Человек рыбак. Ну, время, наверное, часов. Около 10, да. И мы поели. И все хорошо, только людей много. Корабль. А как раз мне кажется, это же миниатюра, это же как... Как у них называются эти? Цветок такой красивый, с шипами. Роза? Икебана, вот. Вот. Это икебана. Карликовая пирамидка. Да, мы одеваемся. Время без 25:12. 12:30 у нас ланч тайм, и мы идем к ланч тайму в отель, чтобы подготовиться к ланч тайму. А потом снова сюда. Время 12:10, мы идем на обед. Мы сегодня день удивительных побед. Мы смогли поменять полотенце и нашли лежаки в тени. Я вчера ужасно обгорела. Время 12:10, и мы идем. Что сказали, я забыла, прослушала. А предыдущие полотенца были длиннее, но старее. А эти короче, но новее. Вот такого же вида у нас полотенца, синенькие. Какао перестала работать. Она теперь льет мутную воду вместо какао. Так что пила я это капучино. Ну, капучино это, конечно же, гадость. Так, вызываем лифт. Лобби. Народ уже выстроился у дверей. Через минут 10, наверное, откроют. Людей много. Сегодня мы отлично полежали в теньке. Мне очень понравилось. Здесь в коридорах играет либо группа Roxette, либо легкий джаз. И как бы все очень прилично. 15:37, 3 июля 2017 года. Мы поели. Искупались, ложимся читать. Немецкий пляж. Турецко-русский пляж. Я бы сказала арабский пляж, но не арабский. Но по сути восточный базар. Сейчас мы ляжем читать книжку. Вот как выглядит пляж. Один на два отеля. А вот так выглядит пляж. Один на один отель. А вот мы лежим, а над нами летят. Главное, чтобы они не испугались. А то прям над нами.
Время 18:30. Мы идем домой. На ужин. Кейтеринг на пляже закрыт. Закрывается в 4. Тут вот салатики. Там горячие. Сегодня 4 июля. Народу в море все больше. Мы туда уже и не ходим прямо. Мы ходим вот туда. Полно людей. Сейчас подошел человек с рекламой. Говорит, кормлю бесплатно щербет. Дал, значит, рекламу свою. И будет сувенир. Скидка на сувенир. А здесь написано. В отеле тоже есть наш магазин. Наш магазин тоже. А где еще? Народу прибыло. Охранник заучился гонять всех столом пляжа. Все пытаются схватить немецкие лежаки в зонтике. Им объясняют, это чужой отель. А они как чужой? По-турецки, по-русски матерятся и уходят к нам, в наш сарай. Сегодня на море, можно сказать, шторм, но вот там красно-желтый флаг. Это не то, что красно-желто-черный флаг Германии, а это, оказывается, полукрасное, полужелтое море. Там, ну, не в смысле море, а в смысле купаться нельзя. С утра был красный флаг. Мы думали, это флаг Турции, а теперь его поменяли на флаг Германии, только без черного. Потом я разлила какао. Теперь я сушу полотенце. А потом... Что-то было еще, но я забыла. А потом птичка настала мне на футболку. Я стирала и футболку тоже. Сегодня очень интересный день. Время после обеда. На улицах. Может, опять шторм? Но с утра было больше штормиста. Сейчас посмотрим волну. Считаем, сколько рядов лежаков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять рядов с лежаками. Это пляж Майя Ворлд и Майя Гольф. А это пляж Парадис. Заходим в воду. Она едет обратно, она уезжает вместе с моими тапками. Надо держать тапки. Глубоко наступает где-то буквально метра через два. Где-то вот здесь, наверное, уже будет глубоко, по шейке. Ух, как толкается.
некоторых заходах есть камни. Вот здесь вот видно темное, тут вот это камни. И когда волна, меня может в эти камни шандарахнуть, поэтому на камни в волну лучше. Навесом где душ, рядом с душем наливают какао. Я налила себе какао, а вчера это какао я разлила себе на полотенце. Так что это прекрасно. Какао, восточный базар под названием пляж Майя. Нет, по-арабски Мия-Мия. Это Мия-Мия. Все хорошо. Ну вот у нас в принципе Мия-Мия. Чтобы все были здоровы. Какао есть. Аппарат для пенной вечеринки. Пахнет порошком. Мылом пахнет. Который у нас в отеле наливает на завтра. Летят пузырьки. Пенная вечеринка. У меня в рот уже это прилетает штука. Пенная вечеринка для одного человека. Он, наверное, уже 100 раз пожалел, что полез. Какими плотными. Ну и натюрморт. Планшет, очки, панамка. И два фиксика внутри. Смотрите, холодильник. Так
Тыгадым. Я решила идти не через столовку, а через... В общем, обойти столовку. На пляже слышна турецкая речь, которую мы не понимаем, и русская, ну, русскоязычная речь. Иногда украинская, которую мы тоже немножко понимаем, ну, почти нет. Но русскоязычные разговоры все только о Египте, как на небе разговоры только и о море. А здесь разговор только о Египте, какие там все внимательные сервисы, какой там замечательный пляж, как там все отлично с лежаками и с зонтиками и с сервисом. А вот это корпуса немецкого отеля. И у них через границу от нашего отеля тот же самый, что и в Египте, Ordnung muss sein. Ровненько стоят зонтики, ровненько стоят лежаки. У всех хватает места, полно свободных лежаков и зонтиков. Никакой толпы, никакой азиатчины, востока, бешеных песен, вытащенных лежаков в кривь-кось, криков. И, в общем, Ordnung muss sein. Эвкалипты. Эвкалиптовая аллея. Сейчас там будет впереди интересный эвкалипт. Лежачий, ползучий. Сейчас я его... Вот он, ползучий эвкалипт. Я его так называю. Пахнет вениками. Он развозит в гольф-клуб людей. Тихо, экологично, на батарейках. Прошел мимо нас конь. Я не успела его зафотать. А котик шел за конем. А потом, когда стал фотоаппарат, он остановился напротив меня. Сегодня предпоследний день, полный предпоследний день наш в отеле. Мы идем на пляж. Сосны все пронумерованы. Я с ними здороваюсь. Здравствуй, Слона 305. War eine Biene sehr bekannt, von der Sprach alles weit und breit. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Kleine, freche, schlaue Biene Maya. Maya fliegt durch ihre Welt. Zeigt uns das, was ihr gefällt. Wir treffen heute unsere Freundin Biene Maya. Diese kleine, freche, schlaue Maya. Maya, allerlieben Maya. Maya, 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 Maya. Erzähl. Мне так нравится, она сама начинает крутиться, почуяв человека. Человечий дух пришел. Кручусь. Тут написано «Не трогай».